Привет! Новость – огонь! Смотрите, это не просто стакан с холодным лимонадом, это газировка из нашего детства. Точь-точь, как из автомата, из которого пил весь Советский Союз. Я родом из Советского Союза, как и многие из вас. Газировка тогда была чем-то большим, чем сейчас. Целый ритуал. Берешь копеечку, идешь к автомату, а дальше счастье. Говорю сейчас это с ностальгией и большой радостью. Мы приготовили для вас большой-большой сюрприз. Целый набор напитков из вашего детства. Все у меня в авоське, все у меня как тогда. Здесь ваши самые любимые вкусы. И да, тоже за копейки. Большой набор напитков из детства по невероятно низкой цене. Срочно звоните и заказывайте. Пейте любимые напитки из вашего детства. Я одна все не выпью. О, ребята, привет! Эти ребята – маленькие звездочки Германии. Это танцевальная школа Елены Шаберт. Они везде выступают, везде зажигают, везде танцуют. И недавно вернулись с Парижа. Лягушек ели? Нет. Вы в Париже не ударили грязь лицом? Вы станцевали хорошо? Да! Ну что, давайте это дело отметим. У меня для вас сюрприз. Это набор, целый большой набор лимонадов из детства. Не из вашего детства. Вы, скорее всего, про этот лимонад даже не знаете. Но ваши родители, ваши бабушки и дедушки – большие его фанаты. 6 вкусов. И сейчас мы это все попробуем! Классический лимонад на артезианской минеральной воде. Яркий лимонный вкус. Честное слово, это самый бодрящий и освежающий лимонад в мире. Такая вкусная водичка. Пью-пью и еще хочу. А это тархун. Классика мира лимонадов. Знаешь, как переводится название полезной травы тархун? Нет, я не знаю. Дракон! Мне нравится тархун. Он зеленый. Следующий вкус лучшего лимонада в мире – барбарис. Тоже на основе артезианской минеральной воды. Барбарис – волшебное растение, потому что его ягодки, на основе которых и делается лимонад, обладают мармеладным вкусом. Правда, как конфетки, даже лучше. А это любимый лимонад моей мамы – Дюшес. Один глоток, и вы сразу скажете – это вкус моего детства. А что скажут детки? Такой сладенький, он такой вкусный. Не пойму, Дюшес – это что? Дюшес – это груша. Еще один хит нашего детства – крем-сода со вкусом ванили. В детстве я мечтала попасть на завод лимонада и выпить там всю крем-соду. Представляете? Как будто ванильное мороженое. Почему так вкусно? Во-первых, строго советская рецептура. Ничего лишнего. Никаких километровых составов. А во-вторых, все напитки на основе артезианской минеральной воды. Это гарантия, что вы пьете лучшие лимонады в мире. А сейчас время ржаного кваса. Ну какое лето без кваса? Без кваса никак. Не приторный. С невероятным хлебным вкусом. Я столько кваса выпил. Но этот самый лучший. 100%. Кто хоть раз в жизни попробует наши летние напитки, точно захотят добавки. Да, дети? Вы довольны? Да! И вы осчастливьте себя. Вернитесь в детство. Пусть это лето будет таким же беззаботным, таким же счастливым и таким же радостным у вас. Закажите прямо сейчас целый набор летних напитков. Ваши самые любимые вкусы. Это барбарис, это дюшес, это лимонад, это крем-сода, это тархун и настоящий ржаной квас, как у бабушки. Звоните прямо сейчас. А мы пошли играть. Играть? Да. Побежали! Все, убегаем прямо, побежали!